Всем привет! У нас так опять солнечно. Сейчас утро, я уже отъезжаю от заправки Костка. Заправила машину, и мы едем с вами сегодня в Walmart. Посмотрим, то есть сегодня будет серия фотографий там. Я что-нибудь для вас обзорно поснимаю. Вот, а потом еще сегодня я еду к зубному врачу. Всем доброе утро! Дань, доброе утро! Доброе утро! А у нас бабушка на завтрак нам приготовила 7 вареники. Даня даже спросила, что это такое? Вареники с творогом. А творог домашнего приготовления. Из того молока, что мы берем в Костко. Некоторые пишут, что оно из порошка. Ну да, это все. Отличный творог вкусный получается. Ну как, Дань, вареники? Отлично. Видишь, бабушка приехала, какие тебе вареники сделала. Вот так. Так, я сейчас приехала в очередной, другой Walmart, не который у нас у дома. Он побольше, покрупнее, поинтереснее. Сейчас вот начала делать фотографии уже. Рюкзаки, Майнкрафт, Marvel, Friends, что-то еще. А, вот Fortnite по $9. 9,98. Смотрите, кепки по $3. Вот дальше вот этот вот ряд косметика. И достаточно много интересных каких-то вещичек. Все вещички, не все, no name, Reebok 9,98. На мальчишек много интересного. А впереди День независимости. И вот такие вот расцветки сейчас, да, очень популярные. Белье детское, носочки. Это вот детский отдел. А это все косметика. Кстати, очень хороший вот крема для рук. Для ног я не знаю, почему я не увидела. Где-то, наверное, в другом отделе. Вот этот вот рабочие руки, он очень хорошо смягчает, увлажняет. Смотрите, видите, вот там трескаются руки и потом заживают после этого крема. Вот. Аквафор. Аквафор вообще нам в госпитале, когда Даню рожали, вот этот крем давали. Наверное, это 5,26, двойная упаковка. Они под... И подгузники есть, и просто для сухой, потрескавшейся кожи. Вот. Много очень, кстати, кремов от, как вот, экземы, да? Где я тут видела? Сейчас, секундочку, я найду. Так. Вот это вот, как назло, я видела. Сейчас посмотрим. А, вот они, вот экзема релив восстанавливающий крем. Он, правда, 9,97. Видите, здесь коллоидный какой-то раствор. Да, не знаю, что это, честно говоря. Вот, очень хорошо помогает. И где-то еще один был другой фирмы от экземы. Вот, красные, в основном с красными этикетками. Они для суперсухой кожи. Где-то написано прям... вот и Eucerin классные крема тоже. И... А некоторых прям написано itch stopping, то есть перестанут чесаться, вот когда зудят уже руки от того, что сухие, да, чешутся, может быть, вот экзема, когда неприятно. Кто-то писал сделать обзор по зубным пастам Crest. Огромный ассортимент, я даже плохо представляю, как можно сделать по ним обзор. Ну, в общем-то, они все наполнены, да, с разными вкусовыми, так скажем, добавками. Очень интересная, вкусная паста. Это с корицей. Крест 2,97 такой тюбик. Но здесь, смотрите, 153 грамма. Здесь 147 граммов, $3. Это для чувствительной кожи. Антибактериальные какие-то, глубокая очистка. Что здесь? Это, наверное, зубной камень, наверное, убирает тоже, да? Какие-то бактерии очищающие убирает. Вот этот вот зубной камень. Защита от зубного камня для десен. Для десен защита. Вот. Зубной камень вот это вот, наверное. Вот. Потом, вот смотрите, это с содой, да, и перекисью отбеливания. Ну, наверное, как-то здесь грамотно все это сделано, да, что... не вредит эмали, наверное, я подозреваю, то есть. И видите, их в разных вот вкусы, там перечная мята, свежая мята, продвинутое отбеливание. Отдельные пасты, это вот этой серии уже 3D White.
Они супер отбеливающие. Видите, есть даже вот такие вот этапами, да? Глубоко очищающая паста и потом отбеливающий гель 12,99. Вот, вот суперская паста в Костко покупали. $6 за 4 штуки была цена. $7 за 4 штуки, представляете? А здесь одна столько стоит. Вот, так что выбор большой. Сами можете увидеть. А вот, кстати, детские зубные пасты тоже 4,97. Ротовая полость, защита ротовой полости. 98 центов 62 грамма. 130 грамм, $2, да, и 3 по $135. В общем, чем больше, тем выгоднее покупать. Так, хочу показать вам мешки для мусора с ароматом. 4 галлона. Вот здесь. И 15,1 литра. 20 пакетов с ароматом. Освежающий, ну, как вот, свежий, да, воздух. Еще морской запах. Лаванда. Смотрите, мешки. 4,48 здесь. 4 галлона, 80 мешков. И ваниль еще запах есть. Маленький, большие, не знаю. О, большой мешок. 6,48, 13 галлонов. Это 50 литров, 40 пакетов. Прикольно пахнет. Скажите, пожалуйста, у вас продаются мусорные мешки с ароматом? А это какой-то, смотрите, лен-хлопок, свежий лен. Интересно. Прикольно пахнет. Вот так вот. Я думаю, что вот это тоже внизу с ароматом. У меня сегодня короткий рабочий, в кавычках, день, потому что сейчас я еду к зубному. Может быть, помните, в предыдущем видео рассказывали, мы ездили в Лос-Анджелес, и мне требуется услуга эндодонтиста. Вот, и это достаточно дорого. В Лос-Анджелесе нам сказали $1300, но все бы еще ничего, можно и эту сумму заплатить, да, если надо. Проблема в том, что там одним днем не обойдешься, да? То есть там процесс лечения, и нужно как минимум 2 или 3 раза приезжать. Это я, кстати, в Уолмарте сейчас, ой, извините, то, что фотографии делала, купила. Вот эти вот супер мази с антибиотиком. Они доллар стоят, 88 центов. И дезодоранты вот эти вот Forever. Вот все, что есть, я всегда собираю. Они очень классные. Себе купила крем для рук Neutrogena. У меня все позакончились. И в машине надо, чтобы один лежал. И дома, и вверху, внизу. И вот такие вот Gold Bond. Еще не пробовала с SPF 20 даже. Посмотрим. Вот. Хорошие крема, мешки, то, что снимала, взяла, с ароматом ванили для ванных комнат и Кириллу вот для как раз для ведра для бумаг. Вот. Так что так, скромно сегодня мы так. Я поехала. Вот, про зубного я отвлеклась, что решила я здесь попробовать поискать врача, потому что, ну, в Лос-Анджелес все равно 5 часов туда, 5 часов обратно. А все-таки это и на бензин затраты идут. И вот, если там оставаться, да, или ехать туда, что-то я лохматая совсем. Решила поискать здесь. В общем, я начала искать здесь, начала искать в Сакраменто, как бы. Мне кажется, там подешевле, да, ничего подобного. 2-3 тысячи долларов, 4 тысячи долларов. Здесь тоже спрашивали, 4,5 тысячи долларов, да, в Лос-Анджелесе это еще 300. Ну, в общем, кто ищет, как будто бы тот всегда найдет. Я нашла врачей, у меня же английский, ну, как бы не очень, тем более такие специальные термины, да, когда они задают какие-то вопросы, а что у вас там, я не могу объяснить, что у вас там, прежде всего, я не знаю. В общем, я пыталась выяснить, сколько это мне может стоить. В общем, это может мне стоить здесь $1300-$1400, но плюс консультация $160, которые деньги не возвращаются. Я сейчас еду на консультацию. Если мне все подтвердят, я заплачу $160, и мы начнем лечение за $1300-$1400.
Я надеюсь, что это будет не дороже, потому что такое может быть, что у меня хуже ситуация, чем они меня поняли, или я что-то неправильно поняла. В общем, поехали со мной, потом расскажу, повезет мне, я все-таки вылечу свой несчастный зуб, он уже болит, или придется нам все-таки ехать в Лос-Анджелес и лечить там. В общем, посмотрим. Поехали со мной. Так, я приехала в клинику, стекла грязные, надо машину мыть. Вот. Мне сказали, представляете, посидеть в машине. Я еще когда записывалась, вот девушка мне несет форму. Она сказала, чтобы я оставалась в машине, когда я подъеду, позвонила, и мне дадут форму. Hello, thank you. Uh-huh. Thank you so much. Uh-huh. То есть мне сейчас нужно будет заполнить вот эту форму. Все это в машине, видите, какая профилактика вообще. И когда я заполню, мне надо будет им перезвонить, и они придут ее заберут. Вообще, две страницы. Тут общие по пациенте и что там у нас за болезни какие и так далее. Пошла заполнять. Так, все, долго. Сейчас вот заполняю вот эту форму, они молодцы. Вообще, с одной стороны, молодцы. С другой стороны, конечно, это занимает время. И каждому доктору ходить, вот эти вот все таблички заполнять, обалдеешь. Но они спрашивают тебя обо всем, обо всех хронических заболеваниях, о лекарствах, которые ты принимаешь. И вот я для девочек, да, вот сейчас обратила внимание, например, беременны ли вы или нет. Может быть, вы думаете, что вы беременны, да, они уточняют, потому что они делают снимки. Вот я знаю, сколько мы ходили к зубному врачу в России, мне ни разу не задавали никакой подобный вопрос. А снимков мы делали много, да. И даже элементарный вопрос, принимаете ли вы противозачаточные таблетки. Опять же, это очень важно, потому что они нарушают, да, там, ну, могут влиять на состав состояния крови, тромбозы могут быть из-за них, да, и они вот это тоже все контролируют и проверяют, наверное, вот, перед лечением. В общем, это замечательно. Я позвонила, сказала, что я готова все вам поэтапно рассказываю. Смотрите, у меня такая штука есть, освежитель для рта от фирмы Крест тоже. Сейчас обязательно воспользуюсь. Смотрите, какой кабинет, меня уже забрали. Здесь мне сейчас сделают снимок. Смотрите, как все устроено, интересно. Музыка играет, перчатки, все. Света очень много. Сейчас делают снимки, задают. Видите, здесь же аппарат сразу для рентгена. Самое страшное, мне покашлять хочется. Страшно кашлять. Представляете, дожили. Сказали, можете ли вы снять маску, не против, или так все вежливо, аккуратно. Я говорю, да, все отлично. У меня вакцинация не вау, супер, круто. Мне сделали рентген. Сейчас пошли проверять, смотреть. И сказали вернуться, зададут пару вопросов. Я, честно говоря, переживаю. Сейчас, как скажут, с вас $5000. Вообще ужас. Ну нет, сейчас я пока на консультации, я знаю, что я точно заплачу 160. Вот, но мне так хочется, чтобы они сказали, да, мы вас вылечим за 1300. Ну как, Настя? Не работает. Я потом все расскажу поподробнее. Угу. Ну поздравляю тебя, круто, да. Сделали мы канал. Да. Как это называется, Рут-канал? Рут-канал, да. У нас уже коронка готова, лежит уже несколько месяцев в Лос-Анджелесе, в кабинете зубном. Вот мне будут последнюю ставить, потому что она не подошла, прошлый раз переделывали, и Насте как раз поставят на тот зуб, которым нужно было рот-канал удалять. Молодец, все сделала. Покажи, какой классный кофе. С той кофемашины, которую ты мне подарила. Кофе с пенкой. Обалденный кофе, да. И нам бабушка приготовила. Посмотрите, что. Вареники. Ленивые вареники называются. Я с творогом. Я, мне кажется, никогда не ела. Представляете, так вкусно. У меня здесь сметана со сгущенкой. Ужас. И с сахаром, да, еще? Нет, со сгущенкой. Вот, очень вкусно. Видите, как нас бабушка балует теперь с утра. Да, и Кирилл навернул, и Данин. Что? Покушал. Это и есть, всем понравилось вообще вкусная пища. Вы знаете, как делать ленивые вареники?
Расскажите нам, вы знаете или нет? Вы вообще такое готовите? То есть это настоящий творог, мы сами готовили? Я уже сказал, вот по поводу того, что это молоко порошковое в Коско. Какой творог шикарный получается. Из какого порошкового молока такой творог может получиться? Он прям крупнозерновой, классный творог. Вкусный, да. Это с этой баттермилк, простокваша, которая. Все, приятного аппетита мне. Нам сейчас выезжать, дом смотреть. Да. Так, мы опять в пути. Мы едем сейчас в Даблин, где у Кирилла хоккей потенциальный. И мы хотим там посмотреть домик. Интересно, у нас показ в 1:50, да, по-моему, Саш? Да. С риэлтором. То есть мы сможем этот дом посмотреть внутри, если все пойдет по плану. Да, райончик такой классный, там школы суперские, девятки. Но там почти редко-редко, когда что-то в рент появляется. Это не совсем как бы Кремниевая долина, да, наша вот эта Бэй-Эрия. Это немножко вынесено в сторону Сан-Франциско. Это как бы с другой стороны залива. Вот. Но место шикарное. Там классные школы, и главное, что состав в основном белые. Так, мы приехали к домику. Сейчас вам покажем, там люди выходят. Вот так в округе спокойно. Видите, стоят дома на колесах, что мы хотим. Кто смотрит нас, видео знает, мы ищем какой-нибудь дом на колесах, самим попутешествовать и потом, может быть, как-то продать его, если что. И вот большой-большой драйвей. Видите, здесь тоже какой-то прицепик стоит. Вот. Вход, то есть есть вход во двор, въезд отдельный. И какой широкий драйвей, то есть можно здесь много машин ставить. Все, входим. Так. Да, кошки. Мне кажется, его... Да, для красоты. Какой красиво цветет. А вот это каштан, наверное, смотрите. Каштан, какой красивый. Мама, я хочу сладкий учить. Нельзя. Нельзя. Где? Подсолнухи посаженные, да. А что это? Посаженных, видимо, ухаживают. Дворик такой уютный, да. Ух ты. Кое-как перед тем, как люди будут заезжать. Someone live here right now, yes? Ага, окей, окей. Свежий ремонт. Ага, очень. Хорошая кухня. Ага. А where is washer dryer? It's step down in and look kind of to your left. Ah, okay, okay, I see. Ага. Thank you. And this. Good. Do you have application here right now? They're online. They're on our website. You have it? Yeah, I have a card to our website. Yeah, but they're on. I don't have paper ones. Так, это летняя комната. Обалденно, смотрите-ка. Всем привет. То есть это отдельное помещение, еще летняя комнатка. Батут. Слушайте, вот это мне нравится. Вот прям сразу так уютно. Вот тот дом мне не такой уютный. Подготовили, ремонт сделали, свежий видно. Здесь живут еще люди. Они еще будут менять. Ковролин сказали. Все. Лимоны, да. Он сказал то, что ни одной аппликации. Ни одной аппликации дом еще есть? Дом полностью собой. Он сказал, была одна аппликация на той неделе, но они выбрали в другое место заехать. Шикарно. Мне очень нравится. Он очень уютный. Пойдемте комнаты посмотрим. А? 3650, по-моему. То есть чуть-чуть дешевле, здесь собака жила. Чуть-чуть дешевле, но ну, здесь по-другому, здесь уютней. Саша, это третья комната или нет? Ты смотрел там комнаты? Это что?
А, 3500? 3500. А, 3500, ага. Канатчик. Слушайте, мне нравится вообще прям. Вот как-то уютно. Что? А, поменяют. Все полностью поменяют, да. Все хорошо? А люди есть? Hello, sorry. Fine, thank you. Hello. Он сердечки маленький. Так, это ванна. Ага. А это как у того дома планировка. Ну, окна маленькие, конечно. This is... А, я думала, это мастер бедрум. Да. Mm-hmm. Да, маленькая ванночка совсем. Маленькая совсем комнатка. Ванна маленькая. Но с другой стороны, что нам? Смотри, комната. Вот нам к нашей кровати такие бы тумбочки купить. Было бы красиво тогда. Без маленькой кровати, конечно, не надо. Зеркало классное. А где еще одна? Она больше твоей сейчас. Вот там, да. Это я сейчас меньше. Да нет, не меньше, Саша. Сейчас ты видишь? Да. Совсем маленькая. Это моя комната. Ну вот смотри, вот эту кровать, вот у меня кровать в два раза больше. Да, нельзя. Даня, закрой. Пойдемте, все. Мама, а это будет моя комната? Сейчас решим, посмотрим. Ладно, нет, Даня? Я не хочу, чтобы это висело. Почему? А тут я детей. Это чужая, Данюш. Это все здесь ничего не будет. Если... Данюш, здесь все. Да, да, вообще. Нет, это не кондиционер. Да. А вот это маленькая, да, совсем? Хорошо, Дань, хорошо. И Кирилл, кондиционер спросить, посудомойка, все здесь, да? Слушай, вот это классная комната. Здесь игра не хочу. Тренажер поставь какой-нибудь. Да, вот здесь стоит тренажер. Да. Так оборудовано. Кстати, очень хорошие хозяева. Так у них все оборудовано, да. Уютно. Слышь, ага. Ты все открыл, все окна с москиткой, видишь? Да. Как-то запах. Да, нет, да. Запаха. Вот этот странно. Вот стоит. Да, там такие собаки вообще дышат. Да это убрать, Кирилл, раз. Они же ковролин поменяют, все остальное, да. Батут шикарно вообще, мечта как просто. Как вокруг попасть, пап, тут не жалко? Вот там, проходи. А ты куда? А ты куда, Саш? И здесь место для велосипеда, чтобы там под машиной не мешать. Вот калитка с двух сторон. Там ворота, здесь калитка. Здесь все велосипеды ставь. Окна у него маленькие, конечно, такие. А тут, видимо, Дань, кошка живет, посмотри. А где? Тут, похоже, кто-то живет уличный. Давай посмотрим. Надо же такое придумать. Мам, из ящика. Не, Данюш, нельзя. Смотри, это чужие вот, все вещи. С дождя, а потом поливают. Ага. И деревья свои фруктовые. Виноград свой. Здесь ухожено прям вообще прилично. Вот, смотри, как... Дань, иди сюда. Пойдем. Да, любая лодка, любой дом на колесах поместится. Но тут уж не так и много места, да. Ну почему? Любой дом, любая лодка. Сюда загоняй и занимайся. Ни у кого не перед глазами, то есть я во дворе занимаюсь. Гараж. Для собак он должен быть. Вот даже, смотри, что сделано. Круто. Вот это прикольно. Че? Знаешь, что такое? Лодку перетаскивать. Вот это? Это не останется, наверное. Да. Знаете, просто говорю, вот хорошие штуки, интересные. Да тут много всего, они, видимо, тоже. Да. А. Ты как бы когда опускаешь, то я приду. Данюш, не надо трогать, пожалуйста, чужую. Он уже сорвал. Дань. Yeah, if you go to the light blue there, that's our website.
Так, у нас подготовка ужина. Саша опять нам салатик сделал. Да, перчик. Курица замаринованная еще. А это мясо, которое из духовки для Кирюши разогрелось. Только для Кирюши? А вон еще есть мясо. Да. А вот мясо у нас еще в духовке. А бабушка нам, смотрите, еще супчик сварила. С сырком не глазированный. Как называется? Плавленый сыр. Вкусно. Все с ума сойти. А это у нас сыворотка творога. Осталось 2 минуты. Да, Кирилл, иди садись.